75 городских и 74 сельских классов команд, а также волонтеры и творческие коллективы прибыли в смену для участия в одном из самых грандиозных ежегодных событий – президентские состязания. Эти соревнования на 3 недели объединили всю страну. Юноши и девушки переехали в центр из 80 регионов Российской Федерации. Я осознала, насколько огромная наша страна и как много замечательных людей здесь есть. Я, безусловно, хочу подружиться с многими из них и, ну, конечно, выиграть на соревнованиях, ну или занять достойные результаты. Состязания проходят 4 этапа. Это школьный, районный, краевой этапы и финал во Всероссийском детском центре «Смена». В этом году в школьном этапе соревнований приняли участие порядка 11 миллионов школьников. Чтобы победить, им надо, чтобы они почувствовали единство, чтобы они знали, что они все одно целое, чтобы одинаково мыслили, были настроены на результат, и тогда они добьются успеха. Спортсмены будут соревноваться со своими сверстниками в основном и дополнительном видах программы. Сюда входит легкая атлетика, бадминтон, дартс и многое другое. Я не ожидал, что будет так круто. Мы просто приехали, нас сразу же заселили в номера. Это быстрее всего, где я был из лагерей. Вот эта атмосфера, вся духа, прям, ну, она насыщивает этим патриотизмом и желанием победить. Соревнования продлятся до конца сентября. Победители и призеры всероссийского этапа в общекомандном зачете среди городских команд и сельских классов будут награждены медалями, дипломами, кубками и памятными призами от Министерства образования и науки России.